Погоня за бешеной Nexia развернулась в ночном Екатеринбурге. Водитель легковушки проигнорировал требования об остановке и дал по газам. Пытаясь скрыться от наряда ДПС, он пролетел два перекрестка на красный и очутился на полосе встречного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства сотрудники полиции, выбрав безопасное место, применили табельное огнестрельное оружие, выстрелив по колесам автомашины. После остановки водитель пытался убежать, но был задержан. Лихим гонщиком оказался 25-летний уроженец Узбекистана. В Екатеринбурге мужчина работал на стройке, а в свободное время рассекал по дорогам на Nexia. Пройти медосвидетельствование водитель отказался. Употреблял сегодня алкоголь? Выпивал сегодня? Что? Пил сегодня алкоголь? Нет, просто машина так не делает. А, на машину нет документов. А права-то есть у тебя? Нет. А на машину нет документов? Просто что? Какой?